турнире собралось около 450 танцоров из Читы, Улан-Удэ и Иркутска. Участникам от 5 до 20 лет, но даже самые маленькие из них уже профессионалы. У нас уже 8 первых мест. Это здорово. А на каких турнирах? На турнирах есть по Иркутской области и по Улан-Удэнской области. Мы только что на церемонии награждения получали первые места. Танцевальный спорт обычно выбирают за его красоту, но тренеры видят в нем не только эстетическое удовольствие. Развитие физическое, воспитание для мальчиков – это уважение женского пола, грация, естественно, осанка – это все на все влияет. Участников оценивали очень строго. В танце важна не только техника, но и настроение, костюм, макияж. По словам судей, выйти победителем из такого состязания невероятно сложно. Ну, самое сложное, это, наверное, то, когда ты танцуешь финал. В финале это, как правило, подряд 5 танцев. Это не до перерывов, нужно все подряд прогонять. И нужно выкладываться на полную силу, там сумасшедшие нагрузки. Да, я тоже так считаю. Очень трудно выдержать 5 танцев, и нужно хорошо тренироваться, чтобы их выдержать. Турнир проходит ежегодно. В следующем году организаторы ждут еще больше участников. Наталья Домбаева, Галина Соболева, Первая альтернативная.